Картина шестая, финальная. Если вы думаете, что к этому можно привыкнуть, нет, к этому привыкнуть нельзя. Единственное, что, чему я научилась, это не обращать внимания на все окружение, на окружающее, любить себя, думать только вот о своем здоровье, своих извлечениях, и все. И поэтому все так вот проходит ровненько и замечательно. Всем хорошего дня. Сегодня шестая химия, и я отсчитываю каждую каплю, как последнюю, да? Все капельки там считаю. И я их вот как в дембельском календаре зачеркиваю крестиком, что вот все. И постоянно смотрю на часы, сколько осталось, сколько прошло. Ой, 5 минут прошло, 10 минут прошло, час прошел. Чем заняться на химиотерапии, чтобы не скучать? Можно потанцевать. Вот мы едем с химией втроем. Люська. Она следит за дорогой, все правильно. Ай, спать хочу. В этот раз вообще какой-то... Даже необъяснимое. То есть каждый раз ты ждешь, не ждешь, а какие-то новые ощущения.